Здравствуйте, в эфире проект Елабужского института КФУ «Студ Лайф». И с вами его ведущая, я, Елена Злыднина. В Елабужском институте КФУ на этой неделе прошло много мероприятий. Самым значимым стал бал, приуроченный дню рождения Елабужского института и Казанского федерального университета. Также прошли занятия в детском университете. Дети были очень рады и счастливы. Вчера на факультете иностранных языков прошел День языка. Студенты показали прекрасный концерт. Сегодня в Елабужском институте КФУ проходит Ночь науки. А давайте узнаем, что произошло у других студентов на этой неделе. Скажи, пожалуйста, что у тебя интересного произошло за эту неделю? Ну, за эту неделю у меня произошло одно событие, которое состоялось 16 ноября 2016 года. Это конференция. Вот на этой конференции мы взяли третье место, получили диплом. Самое интересное на этой неделе произошло то, что я опубликовала статью по психологии и, наверное, то, что пришла стипендия. А так как я много публикую, то мне пришла правительственная стипендия. Поэтому я этому очень рада. Я в этом году впервые побывала на императорском балу. Это замечательное, грандиозное событие. Я бывала просто как участник, но не танцевала, к сожалению. Но в следующем году, я думаю, это исправим и будем участвовать вместе уже с партнером. Ну, за эту неделю я, скажем, учился усердно. Это уже новость. Меня сегодня награждали как лучший спортсмен и за активное участие в спортивной жизни факультета. И это все новости. До встречи на следующей неделе. Отчисляют меня скоро. Сказали, учиться надо. Поэтому лучше давайте учиться, а не ерундой заниматься. Наш музей посетило более 90 человек, и все 90 человек прошли через меня. Извиняюсь, до сих пор тут, что ли? Говорю же, отчисляют скоро. Ну, а человек, лучше проходите, не мешайте ему учиться. Вот. Не нужно вам этого.